Всем привет! Сегодня вечер, 9 ноября 2014 года. Всем привет из Олоденица, небольшого поселка. Здесь, на берегу провинции Мугла в Турции. Здесь вот в городе Мугла проводилась конференция, международная пчеловодческая конференция «Апиславия-2014». Сегодня был заключительный день, сегодня был самый важный, самый интересный событие. Пару слов скажу о них, пока еще не спустилась в Мугла. Мы только что вернулись с тура такого технического, такого очень интересного. Смотрели пчеловодческое хозяйство рядом здесь, в лесу находящееся. Но прежде всего, что было сегодня интересного в этот день? Были интересные заключительные доклады о инновационных задачах в пчеловодстве, в Турции, во всем мире, об экономике пчеловодства. Потом состоялось заседание вручения наград. Наград о лучшем меде. Лучший мед получили, по-моему, 12 человек. Награду была большая такая хрустальная звезда. И еще был такой замечательный, я сказал, Оскар-пасечник. Золотой пасечник и серебряный пасечник. Такая награда, которую вручали за первое, второе, третье место по меду. И это были уважаемые люди. Они тоже были сфотографированы, появятся тоже на нашем сайте в Фейсбуке. Небольшой сюжет будет и на Ютубе. Вот, были награды за лучшие меды, была награда за участие в конгрессе. Специально подарили уважаемым пчеловодам и уважаемым профессорам, лекторам университетов. Здесь было приглашено 80 университетов участвовать в Апиславии. По результатам сказали, что участвовало 32 страны, участвовало более 300 человек из других стран, кроме Турции. 32 страны. Каждый день на выставку приходило около 450 людей. И, по-моему, было 1200 человек всего участников этого собрания Международного конгресса Апиславия в Турции. После заключительного доклада вот были вручены эти премии, было. И потом мы поехали, надо сказать, на технический тур, на как раз на пасеку. На пасеку здесь, чтобы посмотреть то самое насекомое и те самые сосны, которые дают падевый мед здесь, в провинции Мугла. Здесь по побережью, вот от Спарты до Муглы и до Аданы, здесь до Анталии находится 600 километров, где растет красная сосна. Она дает как раз падевый мед. Вот червец, который дает падевый мед. И мы его здесь смотрели в лесу. И также, конечно, мы смотрели и пасеку. Пасеку маленькие, небольшие, такие небольшие улики. Было их достаточно много, более 300 ульев на пчеловодческом хозяйстве, прямо-таки в лесу. Ну, не все мы это, всех это удивило, но лучше все это увидеть своими глазами, чем это придумывать. Так что вот сейчас люди уже возвращаются тоже с поездки, со второго такого технического, туристического тура. Сегодня была насыщенная программа, последнее кино. Так что вот такие интересные результаты нашей поездки. Кино было интересное снято, вы его увидите на Ютубе. Так что подписывайтесь на YouTube, ставьте лайки, пишите комментарии и смотрите новости о пчеловодстве и в Украине, в России, в Турции и во всем мире. И до следующих встреч. Успехов! Смотрите наш канал, подписывайтесь на наш канал. Удачи!